В поселке Сайгатина Сургутского района завершается ремонт школы. В этом населенном пункте, а также в соседнем Солнечном, побывал председатель Думы Сургутского района. Во время рабочей поездки Анатолий Семеняк осмотрел объекты ремонта и строительства. Сейчас здесь повсюду инвентарь строителей, но через 2 недели инструменты и приспособления рабочих должны исчезнуть. В конце июля подрядчик обязан завершить ремонт Сайгатинской школы, предполагающий обновление кровли, помещений, систем электрооборудования и вентиляции. Качество работ районным депутатам еще предстоит оценить, однако здесь имеется новый объект, о котором уже можно делать выводы. Речь о школьной столовой, построенной и оборудованной в прошлом году. Ее также решил осмотреть председатель Думы муниципалитета. Вас все устраивает, оборудование, все верно? Лучше не бывает. Мы так долго ждали. Столовую оснастили по последнему слову техники. Здесь установили передовую кухонную технику, организовали раздельные цехи для приготовления овощной, мясной и прочей продукции. Средства на строительство и оборудование столовой направили депутаты районной думы. Сайгатинская столовая на 100 мест. Она нам бюджет обошлась в 43 миллиона. Великолепная столовая, современная, с современным оборудованием. Как повар говорит, есть все, что мы, о чем можно мечтать. Но я надеюсь, в каждом у нас объекте образовательного учреждения, школы будут такие же замечательные столовые. Нареканий со стороны Анатолия Семеняка по качеству не вызвали и несколько объектов в Солнечном. Среди новых – внутриквартальные проезды к детскому саду и участкам под индивидуальную жилую застройку, на которые в общей сложности из районного бюджета потратили порядка 30 миллионов рублей. Да, обеспечивает 24 участка как раз подъездами, из них 10 участков льготные, поэтому, на какой-то период вопрос мы закрыли. Ну, понятно, что это не все необходимое дальше делать, но как будут дополнительные средства, то будем продолжать эту работу в этом направлении, обеспечивать дорогами всех жителей. Здесь развиваются бокс, кудо, кикбоксинг. Председатель районной думы осмотрел в Солнечном также зал единоборств. Объект этот новый, сдали его в конце прошлого года, так что состояние здания и оборудования пока отличное на взгляд народного избранника. Согласно думскому новшеству, депутаты теперь берут с собой в поездки и по поселениям местных старшеклассников, чтобы познакомить их со своей работой. В этот раз Анатолия Семеняка сопровождала Елизавета Семченко из Солнечного. Очень понравилось ездить, смотреть новые объекты. Председатель очень так, как бы сказать, все смотрел, знал, на что обратить внимание, чтобы все деньги были распределены верно, чтобы все было сделано на совесть. Рабочая поездка в Сайгатино и Солнечный была у районных депутатов завершающей в этом сезоне. Выезды в поселения народные избранники продолжат после выхода с летних каникул.